Всем привет! Сегодня мы будем слушать «Кажется, нащупал» Джарахов, Бустер, Ивлеева, Благо Вайт, Василенко, Житковский, половину не знаю, новый сезон. Но я помню «Кликла», который я слушал, смотрела как-то. Ну, ты знаешь Джарахова, Ивлеева, Благо Вайта. И Василенко, да. Ты знаешь. Да? Это Лиза, которая из... Тебе понравилась девчонка в этих... Ну, которая, да. Мы решили их не досматривать. Потому что мало смотрели. Да, потому что мало вы смотрели, а что зря смотреть. Вот, ну ладно, давайте посмотрим, кажется, нащупал. Когда-то было весело. Друзья, вы на канале Клик-Клак, и это долгожданный новый сезон «Кажется, нащупал». Привет! What's up? Всем привет, меня зовут Анастейша Юлиентес, урожденная Дейенерис, и, так сказать, рада сегодня быть здесь. Алексей, вы у нас первый раз? Да. Первый раз. Правильно? Да, Алексей? Я тут по второму уже кругу. Офигеть. Привет, привет всем. Как Кликлак. Кликлак канал. Сейчас будем щупать, кажется. Нужно нажать на колокольчик, комментарий. Комментарий, лайк, подписка, комментарий, лайк. Подписка, желательно два раза. Все супер, я очень жду что-то, чтоб могу потрогать. Ну что? Что? Страшно? Страшно. Самое главное, чего ты боишься больше всего? Я боюсь насекомых очень. Это очень хорошо. Ну, это в нашем очень. Я в шоке. Нет, блядь! Осы. Чего ты боишься? Осы. И снова я в шоке. Именно вот они. Я когда был маленький, я убивал их. И один укус. Добрый мальчик. Моя вина, моя вина. Чего ты боишься больше всего? Ну, пауков я боюсь. Это там. Это зашибись. Это класс. Ну что, готов? Кузьмич! Открывай. Они специально так говорят, а там все не так. Сука. Жесть и трэш, трэш и жесть. А я могу прям с кулачка сразу вылетать? Нет, здесь не надо резких движений, ни в коем случае. Все всегда плавно. Спасибо, так легче стало. Сразу понимаешь, там живое что-то. Давай. Оно боится тебя. Опа, аккуратнее, пальцы. Аккуратнее. Трогаю, не трогаю. Трогай, трогай. Уже трогаю. А, это надо догадаться я уже, да? Иду. Аккуратнее. Что вы там поставили? Давай, засовывай, давай. И подальше, и так посоединяй свои ручки. Тихо, быстро. Не надо резких движений. Быстро, не надо. Не надо резких движений, оно упадет. Только осторожнее, кажется, она уже злая. Блядь, надо говорить мне, что такое? Да ужас вообще. Ты видел злых мышей? Господи, да что там за рукава такие, нихуя, как бадлон? Нифига. А я говорил. Ничего себе у тебя яйца, больше, чем у Юры, бля. Центру. Бля, что за хуйня там, ёбаная? Знаешь, Максим, я вот, блин, тут слишком много мата. Это кошмар. Буряк, ну терпи. Я не могу это видеть, я отвлекаюсь. Молодец. Давай, аккуратно. Что ты так дергаешься-то? Да мне страшно. Сейчас сразу мышь укусила, все, и раз, и все. А, блядь, он здесь сидел? Да. Блядь. Вот тебе будет намного сложней. Вниз вот так, вниз, вниз. Пиздишь. Оно прям уса... Что, говно, что ли? Нет, нет, нет. Вниз, вниз. Вот перед тобой прямо, да, внизу, внизу. А попробуй, смотри, средними пальцами вот так вот. Да, блядь. Покажи, подожди, да где он? Алло! Спереди, спереди. Чуть-чуть подальше. Вот. А, блядь, что это за морда? Да, блядь, почему он двигается? Не бойся, не бойся. Ребята! А это что? Это лампочка. Которую ты снес. О, во. Слушай, еще знакомая, блядь. Ты это точно видел? Фу, блядь. Фу, это не живое, слава богу. Это кулак для фистинга. Ну, в принципе, да. Ну, я надеюсь, он чистый хотя бы. Как член Джарахова, да? Игрушка для собака? Нет. Рука. А, ну, что рука показывает? Middle finger. Yes. Вау. Возьми в руку. Вот, не бойся. Бери, бери. Ты что, блядь?
Сука, блядь, что это, рука? Ну правда, ты, что, когда она, вот, она? Когда не знаешь, что это ужасно. Да! Да! Это мне? Это мне. А, так это, блядь, палец, это вот. Молодец. Это... Забыл слово со спугом. Да! Ну, сейчас, это типа силиконовый фак? Рука да, фак? Да. Это фак, ну какой-то фак. Не, надо что-нибудь страшненькое, так неинтересно. Вот, уже получше. Сука! Блять, вы не играете! Вы не играете! Вы не играете! Мне надо мата! Мне надо мата! Где это достали, блять? Сейчас можно не обеими руками. Хотя, ну можешь заходить только левый. Левый. Я буду думать левый. Логически. А я, знаете, я угадаю без того, чтобы щупать. Я угадаю так. Не-не-не. Ну, это змея. Нет. Жалко тебя, братан. Да? Подожди, подожди. Вот давай, может, снимем часы вот сейчас. Что, да? Самое время снять часы. Окей. Okay. Спасибо, уважаю. Да-да-да, давай. Ильдар, я как самое главное сыкло в мире. Могу тебе сказать, бойся, блядь, этой хуйни, бойся. Я первый раз вижу эту хуйню, такую, блядь. Она гигантская. Девочки, мальчики. Аккуратно. Купито, там живая хуйня. О, блядь, да... Блядь, слизь, ебаная! Просто ладошкой вниз, Блядь, да она что, уже внизу здесь? Да. Она там всегда была. Да, блядь, долго еще вниз, можешь сказать? Ты на месте держишь руку. Вот, да. Вперед. Боже мой, ну что дошли мужики, это кошмар. Я прямо боюсь, ты представляешь? Это просто пиздец какой-то. Протяни руку подальше. Опа-па-ра-па-па-па. Слушай, что это такое? Кто обидел Джарахова? Как вы могли? Да, точно слева теперь. Блядь, что это такое? Вы себя видели, вам самим страшно. Да, да. Ну тебе-то, ты-то это не видишь, вот эту хуйню. Ой, там очень жарко. Ну так лампочка там нагрелась. Это Дубай там. Нет, давай. Двигай руку влево. Да, молодец. Не бойся. Блядь! Это самый трусливый, кстати. Да он дотронулся до тряпки. Да? Да. Ёб твою мать. Блядь! Ребят, ну что ж вы так сильно матом-то? Прикинь, какая ты дерьмовая кушерка была бы. Ой, блядь. Во, блядь, ты где там? Бескрайняя, блядь, вы что, стенку вытащили? Бедно. Я не чувствую края, блядь. Вниз, вниз, вниз. Блядь, пюре ебаное, что это, я не знаю. Слайм? А посиди, пожалуйста. Нет, самая смелая девочка. Аккуратно, очень, очень, очень аккуратно. А правда, может укусить? Да как ты это делаешь? Такое, что ты холодное. А, блин. Оно очень хрупкое, ну типа. Да. Короче, погладь. Я могу его убить? Да. Да. Поэтому да. Аккуратно. Сука, я могу тебя убить! А ты меня нет, так что не рыпайся, тварь. Блядь, я не могу! Ты что, живой? Да, да, ты да. Живой. Да. Ох, блядь! Улитка? Нет. Блядь, что за ублюдок? Ребят, когда же вы научитесь вот правильно выражаться? Ну что же так... Такой богатый словарный запас. Фу, блядь, это щенок? Какой щенок? Да. Мне даже над зрителями смешнее. Двумя руками зайди и... Блядь, что? Я не знаю, это невозможно, что это за хуйня, блядь? Молодец, молодец. Фу, блядь, что? Я не понимаю, а можно я без звука буду смотреть? Черепашка. Нет. Но рядом. Четыре лапки. Да. Продолжай, продолжай. Как черепашка без панциря. Черепашка-бомж, бля. Правый угол, давай. Ебать, у меня в ноге началось
У меня, прикинь, я за собой, у меня нога вот так вот дергается. Я как конь, блядь, просто. Давай, давай. Да, ну такая прелесть вообще. Ты ему нравишься. Да я... Слушайте, как оно неприятно дышит. Я чувствую вот этой рукой. Оно дышит меня, нет? Блядь, как оно дышит. Да не туда ты лезешь. Она ушла. Она ушла. Какая там скорость, блядь. Скорость. Бля. Просто погладь, все. Блядь, это... Ебать, оно мягкое! Это жаба какая-то ебучая! Все, угадал. Да. А можно, типа, подобрать? Осторожненько, только пожалуйста! Сейчас, блин, она такая милая, наверное. И матом не ругается девочка. Это жаба? Да! Я не просто вот не ебу, что это? А это просто вообще, что я влево, что... Иванушка дурачок и пустил стрелу. Лягушка, блядь. Лягушка, жаба, жаба. Да, жаба. Бля. Посмотри на нее. Фу, блядь, какая толстая нахуй. Ебать, я жизни не видел ни разу. Ебать. Блядь! Я бы ее министром назначил, вы смотрите на ее лицо. Там какая-то ебаная лягушка, да? Да! Молодец, блядь, что это? Гладь, гладь, гладь. Что это? Где она? Вот, погладь. Это жаба какая-то? Да! А, блядь. Давай назовем его. Он красавчик. Жаба красавчик. Это жабулька. Какая хорошая девочка. Масечка, это жабка, лягушечка, принцесса. Вот посмотри на нее, посмотри. Ой, она пищит. Пищит, она уже боится вас. А можно я буду... Стану принцессой. Молодец какая. Ну что же, это твоя третья коробка. И самое время тебе подготовиться к тому, к чему ты не готов. Кузьмич. Пиздецу. Кузьмич, открывай. О-ля-ля. Не, я бы что-нибудь пострашнее. Сейчас они опять будут матом ругаться и визжать. Тогда я сейчас чуть перемотаю. Хорошо? Давай перемотаем. Друзья мои, мы тут решили чуть-чуть перемотать, чтобы мои уши уже в трубочке не заворачивались и там, где более интересно досмотреть. Это последняя коробка, но она необычная. Это коробка аквариум. Братан, это ненормально. Это ненормально. Это ненормально, Эльдар. Вот просто говорю, не надо. Нет. Страшно. Ну, вода, это может быть, это правда страшно. Рот какой-то зловещий. Угорь Игорь. Ой, слайм какой-то. Не-не-не, это вода. Это вода. Вода. И в воде живет кто-то. Вода, я боюсь, вода. Ой, далеко еще до воды. А до воды они не выныривают там, типа, никак? Слушай, ну тут такой вопрос. Возможно, и вынырнут. Ты думаешь, там маленькие дельфинчики? Да. Карликовые дельфины. О, это было бы так мило. Такая приятная. Да. И просто руки в смазке сейчас. Знаешь, как эти врачи? Ну вот и засуни помой. Поняла, да? У меня врачиха в школе так спиртом хуярил. Я думаю, ебать, она не бережет. Она какая-то врач-тектоника. Охуела. Но все равно, ой, блядь, казенная. Не смотри туда. Да я не смотрю. Да ты смотришь. Нет. Лезь рукой. Не смотрю. Давай. Сейчас орать будет как резаный. Сейчас нырнет, смотрите. Слушай, нахуй сюда. Слушай, сука, сюда. Я как минимум больше, мне похуй. Не надо злить. Тут ой, вопрос спорный. Оно тебя заметило, блядь! Блядь, наконец-то меня кто-то заметил! Это реально лютый стресс. Это просто стресс лютый. А этого много, и оно по всей плоскости? Это одно, и оно по всей плоскости. Вот самая смелая девочка. Ничего не боится. Что в прошлый раз, что в этот. Ты вообще что, не боишься? Бля, что за хуйня, блядь? Ебучий нахуй Анатолий, блядь. Он тебе точно руки, блядь, в кровь бьет. Я чувствую ее. Сейчас, нормально. Это устрица? А, блядь, нет, это не устрица. Подожди.
По факту тут много же высушествий, наверное. Нет, одно. Бактерия. Ну, бактерия. Эльдар, надо заходить с задней стороны. У него на жопе нет зубов, поэтому, блядь, давай. Да, факт. Но там есть анус. Ебать! Так он что, он его там укусил? Это что-то твердое. Господи, что карать-то? Я думал, его укусили. Господи, пожалуйста. Ну, опусти руки-то в воду хотя бы. Да я мотаю. Ты чего, Настя? Я знаю, что это. Это ёж. Колючка. Фа! Блять, что ты оказываешься? Шелохнулась. Тут кончается кровь. Опа, тут. А, блять, ядовитая, сука! Да, блять! Как ты это понял? Блять, ебало прям наткнулся, как будто на иглу, блять. Ой, краб какой-то. Посередине ручки. Что? Краб какой-то. Какой? Да. Ну какой-то типа ну, такой. Какой-то, вот будь добр, ну, скажи. Большой, большой, это, ну большой это уже другое. Нежненько заходи, пожалуйста. Это не рыба вообще, это твердая какая-то хрень, как камень. Это краб? Да. Вниз вот так вот ладошка. Да, так. Вот. Раз. Это огурец морской. Ага. Нет. Давай. Да, есть такие. Они такие белые штуки. Когда огурцы кидают в море, они становятся морские. Малосольные. Ай, блядь, пожалуйста. Там какая-то хуйня с ворсинками. Нет, тут еще спокойно. Это глубже, надо глубже. У тебя есть 5 сантиметров вниз. Даже больше. 7. Давай. Вот, друзья мои, что такое богатый русский язык? Это когда человек может выражать свои эмоции нормальным русским языком. Аниматор. Это вот настолько мешает вообще. Не верит в эту хуйню, давай. Я понимаю, что вы уже только так разговариваете, ну блин. Ебать! Ничего себе, еще одно новое слово. Давай. Вот, все, просто вниз. Вниз, 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 вниз. Вниз. Потрогай. Блять, какая-то хуйня колючая, сука. Ну давай, давай, давай уже. Это рептилия? Это морская черепаха. Это мистер Крабс. Да. О. А какой? Нет, стоп, стоп. Какой краб? Краб-стригуч. Нет, кам? Камбоджийский. Нет. Камчатский. Ах ты, сука, что? Краб. Да. Да, да. Какой? Какой? Фугуй. Трогай! Как понять, я что вам это, краболог? Краб кам? Камон, краб камон. Чатский. А, подождите, это такая хуйта, которая похожа на гигантского паука. Да. Да. Как чужой, блядь. А я же не знаю, как они называются, но это такой большой, типа, да, который, да. Блядь. В... Камчат. А? Камчатский краб? Да. Молодец, молодец. Просто щупай, щупай, изучай. Это краб. А, да? Блядь. Это краб? Да, посмотри. Какой? Так, ну все, все отгадали. Что-то мне не зашло вообще. Я была расстроена. Слишком много мата. Уши мои. В следующий раз, когда я буду слушать клик-клак, я выключу звук и буду догадываться по губам. Знаешь, что я удивился? Благо Вайт. Не ругается матом. Не ругается матом. Вот, теперь мы будем слушать Благо Вайта всегда. А что делает Лиза? Она модель, что ли, я не помню. Модель? Я что-то не помню, и будем кто смотреть она все, что она делает. Блогер или модель она, кто она? Ну, друзья мои, ну, неплохо, но только без звука. Всем пока.